Кофею. Виноват, ваше сиятельство. Вы меня от моей идеи не отвлекайте. Ежели желаете, на завтра перед его императорским величеством в особенном виде предстать. Идея моя в том, чтобы волоса только слегка подвить и колбу направить, завитки вовсе не кладя. Ну, а далее? Так именно. Это в лице вашем совсем иная фантазия выйдет. Рождеством Христовым. Государь-император посмотрит да порадуется. А у нас все беда, все беда. Фанька Краснова с больной ногой ровно колода лежит. А его сиятельству доложить никто не решается. Представлять-то будем. Как бы мне хотелось на завтра перед государем-императором Евгением представить. И попросись, попросись, Любушка. Не проситесь, Любовь Анисимовна. Мне так нравится, где Евгений в трясепробе отцовских ног прощения просит. И без чувств на пол падает. Не проситесь, Любовь Анисимовна. Бог с ней, с Евгенией.
Ты что шепчешь? Просил Любовь Анисимовну ровнее сесть. Ой, смотри, у меня Аркашка. Ой, смотри. Под звуки хрусталя, под щеканье стакана, под щеканье стакана, под звук хрусталя, под щеканье стакана, под звук хрусталя, без мести, без закона, как добрая семья, пить, пить, начнем, друзья, пить, пить, начнем, друзья. Я забыл сказать вам, что надо бы начисто смыть французские белила, а то от них лицо портится. Ступай, ступай! Не твоя печаль об ее лице, не твоя! Распустились, да нельзя. Где граф? На репетиции театра, с вашего сиятельства. Проводи. В этом доме сам черт заплутает. Хватит прощаться. Важнее держись. Ты же барон, а не свинопас. Виноват, ваше сиятельство. Ну и пошел. Чего стоишь, как баран? Явление седьмое. Евгения выходит, стоит одна. Сколько я не думаю, не могу развеять мрак, который меня окружает. Когда я стараюсь себя разуверить, все меня удручает. Нет никого, у кого на груди я могла бы поведать свою печаль. Один неверный шаг,
и я во власти всего света. О, мать моя! Вот когда я должна оплакивать тебя. Почему, Люба? Но я не могу страдать. Почему не паня? Назначено... Ваше Светство, вчерашний день во время перестановки кулису плотники уронили. Беда вышла. Почему молчали? Не осмелились обеспокоить вашу связь. Паня Красновой ногу зашибла. Я сам свидетельствовал. На гасине играть решительно невозможно. И мы осмелились без вашего ведома. Люба все роли ваше сиятельство помнит. И на роль Евгения сама вызвалась. Смотри. Люба роли не испортит ваше сиятельство. Запорчу мне твоя спина. Ответит. Играй. Сколько я не думаю, не могу развеять мрак, который меня окружает. Один неверный шаг, и я во власти всего света. О, мать моя! Вот когда я должна оплакивать тебя. Но я не могу страдать боль. Пусть мое признание сделает меня несчастнейшей из женщин. Я все скажу моему отцу. Здравствуй, брат. Здравствуй. У меня на тебя крайняя надобность. Самое тягостное, не столь мучительно, сколь волнение мое. Но все должно отступить перед почтением к батюшке. Несчастные. Надо было прежде так думать. Но тише. Вот он. Представь, мне необходимо ехать в город, чтобы побриться и в надлежащем виде предстать перед государем. Вчера вечером велел позвать здешних цирюльников. Надо было видеть эту сволочь. За славную работу, говорю, 2 золотых. Но коли ты мне обрежешь хотя бы один прыщик, сейчас убью. И 2 пистолета на стол. Сволочь, лбами в пол. Да мы за такую особу и притронуться недостойны. Только бритв таких нет. Потому что на ваше лицо нужны бритвы аглицкие. Это, говорят, только один графский Аркадий может. Да, это правда. Совсем ты заволохатил у деревни. Тут художник вроде Аркадии нужен. Вот и просьба. Не отпустишь ли ты перед вечером своего Аркашку, чтобы он меня как следует в хорошее положение привел? Здешние цирюльники, разумеется, гадость. Я даже и не знал, что они здесь есть. Потому что у меня и собак мои стригут. Ну, а что до твоей просьбы... то ты просишь, как всегда, невозможного. Потому что я клятву дам, что Аркашка, пока я жив, никого, кроме меня, да актрис моих для театра убирать не будет. Подумай-ка хорошенько, как же я могу мое слово перед моим же рабом переменить? Да почему же нет? Ты постановил, ты отменишь. Странно ты рассуждаешь, брат. Аркашке сказано, что я так положил, и все это знают. И потому у него и содержание лучше всех. Ну, а если он когда дерзнет и до кого-либо, кроме меня, дотронется своим искусством, то я его запарю и в солдаты отдам. А славно ты базарджик штурмуешь, и конь знатный. А я и не знал, что ты брал базарджик.
А с Аркашкой что-нибудь одно. Либо ты запоришь его, либо солдаты сдашь. По-твоему, вместе этого не сделаешь. Хорошо, пусть будет по-твоему. Не запорю до смерти, так до полусмерти. А потом сдам. Это твое последнее слово, брат. Да, последнее. В этом все дело. Да, в этом. Ну, в таком разе и прекрасно. Ты подумал, что тебе свой брат дешевле крепостного холопа. А ты своего слова и не меняй. А пришли Аркашку ко мне, пуделя моего встречи. А там уж мое дело. Что он сделает? Не мерзнешь в шинельке? Павловскому солдату мороз не испуг. А так как же, брат? Хорошо. Пуделя остычь. Мне только и надо. До вечера. Прощай, брат. Ты заслужил победу. Сердце мое прощает тебя. Евгения прощает меня. Ах, радость моя безмерна. Теперь нас всех ждет счастье. Счастье с Евгенией и уважение честных людей. Вот цель единственная, коей я смею стремиться. Дети мои, каждый из вас свой долг исполнил. Вы получите за это награду. И не забывайте никогда, что нет выше блага на земле, чем добродетель. Ох, моя дорогая Евгения! Довольно. Ты же, Афанаска, ежели будешь своим ручищем волю давать и Любы касаться, так по рукам же и сечен будешь. Тут театр, а не скотный двор. Подойди ко мне, дитя. Ну же, ну. Ты прелестно представляла нынче. Я и не знал в полной мере твоего таланта и чувства. Чуть возвышеннее тон, и будет преотлично. Это правда, что ты знаешь все роли на память? Правда, ваше сиятельство. Не конфузься. Не конфузься. Не осрами меня перед государем, дитя. А я в долгу не останусь. Поверь. Люби, снесешь от меня. Ступай. Да,
И пришли Аркашку. Сей же час. Отправляйся к моему брату в его дом на Калашине и остриги его пуделя. Только и будет всего приказание? Ничего больше. Но возвращайся поскорее. Люба нынче в двух положениях должна быть убрана. А после театра представишь мне ее святой Цицилии, чтобы венчик и длинные волоса. Ну, ты сам знаешь. Что с тобой? Виноват, ступился на ковре. А ты... И добру ли это? Ступай. Черкесская пуля. Спереду дырочку не видать. Но зайди же. Подойди сюда. Пуделя у меня никакого нет. Я не терплю этих разных баллонок. А нужно мне вот что. Сделай мне туалет в самой отважной мини. И получи 10 золотых. Если ты обрежешь, или бакенбарды на волосок не так проведешь,
убью. Как мы не хороши. Как мы не хороши, Каменские, Боже. Горячей воды прикажите. Рожка воды горячей. Что ты ревешь? Что ревешь? У нас какие-то красные к театру будут, и все скажут, люди добрые, паня-то куда красивее представляла. Скажут, скажут. А от судьбы никуда не уйдешь. И тут зазорного нет, графа-то невинностью блажить. Ведь и панька-то не девка, и Марфушка Кравченкова. А Аркашке не убудет. Все одно ждать, пока Любушке 25 годочков выйдет, вот тогда и сосватаем нашу лебедушку. Ой! Фу! Ну не реви! Прощайте. Прощай. Я хотел бы знать, а чего такая отчаянная твоя голова? Что ты на это решился? Чего я на это решился? Об этом знает только моя грудь да подоплека. Потому что ты от пули заговорен, что и пистолетов не боишься. Пистолет — это пустяки. Об них я и не думал. Как же так? Неужели ты смел подумать, что слово твоего, граф, отверже моего? И что за порез я в тебя не выстрелю? Если на тебе заговора нет, ты бы жизнь кончил. Заговора на мне нет. А есть во мне смысл от Бога. Пока бы ты руку с пистолетом стал поднимать, я бы тебе прежде бритву и все горло перерезал. Thank you.
Не бойся. Не бойся, увезу. 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 Советую. Берегись, когда он бритвой горло бреет. Что? Это я. Это я и граф, батюшка. Да будете ли вы говорить? Уж не вы ли та несчастная? Я замужем. О, боже мой. Невероятно. Возмутительно. О, женщина, что вы наделали? Батюшка, батюшка, жизнь страшна мне. Я взываю к вашему гневу. О, вероломный род! Женщина, вечное смятение и бесчестие семей. Утопаете теперь в бесполезных слезах. Вы были обольщены, обмануты, обесчещены, и небо вас карает. Отец ваш бросает и проклинает вас. Батюшка, жальтесь надо мной. Я в отчаянии. Возьмите назад ваш ужасный приговор. Прочь с глаз моих. Вы сделали меня несчастнейшим из смертных. Thank you.
Кузьмовна Венчик. Любовь Анисимовна, Любушка, за нами гонятся. Согласны ли умереть, если не уйдем? Вы не пугайтесь. Умереть это вовсе не страшно. Только мы с вами не умрем, а спасемся. Нам спастись от Бога назначено. Мы в вольный Рущук уйдем, куда много народа нашего от графской лютости бежало. Шибче, голубчик! А в вольном Рущуке небо синее, дома белые. Зимы там вовсе нет, а вольные крестьяне на быках землю пашут. И нет там ни господ, ни рабов крепостных. Измена! Монеты! Измена! Дети! Заговор! Измена! Да вы быстрее! Измена! Измена! Давай, давай, давай! Измена! Да светы мои, может, со сносом или беглые. Ничего мы ни у кого не унесли. А бежим мы от лютости графа Каменского. Хотим уйти в вольный Рущук. С нами свои деньги есть. И мы вам дадим за одну ночь переночевать золотой червонец и перевенчаться три червонца. Сей же час и окрутим. Да там в церкви-то вас и схороню в сундуке с ризами. Ну, светы мои, в сундук с ризами вам теперь не попасть. Ты, свет мой, перину, под перину полезай. А ты, свет, ну сюда, сюда становись. Чего копаешься? Кто к тебе приходил? Кого прячешь? Ну, говори! Ой, светы мои, светы ясные. Знаю, знаю, зачем пришли. Только я тут перед светлейшим графом не виноват. Ей не виноват. Ей право не виноват. Не крутись, батюшка. Где беглецов схоронил? Вот тебе крест. Никого не хоронил. Никого не видал. Никого не слыхал. Нам все известно.
Доставай, батюшка, ключи от часов твоих, и делу конец. Ну? Ой, Светы, ой, ясненькие, не помню. Не помню, куда ключ положил. Ей-ей не помню. Ей-богу не помню. Вылезай, соколка. А сокол твой теперь сам скажется. Нечего, видно, делать. Ваша взяла. Везите меня на терзание, но она ни в чем не повинна. Я ее силой умчал. Жених и невеста. Куда же вы уйти-то хотели, а? Холопы. Куда, куда? В расчет, вот куда. В расчет вольный. Дурень безмозглый дуру избрал. Бежать-то, дурень, не помадой рожу мазать. Разжирел, дурень, на графских харчах. Вот тебе расчет твой! Дураки холопы. Щук. Нет Рущука. Нет и не было. Все псы холопы сами придумали. Холопское семя. А ты сам, храпошка, верно, из вольных будешь. Любовь Анисима. Аркадий Ильич. Позвольте мне вас на прощание поцеловать. Уж подъезжаем. Светимся.
наконец-то. Ступай. Скажи, только будь искренней, прошу тебя. Как долго ты была наедине с этим парикмахером? Будь искренней, дитя мое. Ты верно разумеешь, о чем я толкую? Вы уединялись, не так ли? Как долго это продолжалось? Нет, совсем нисколько. Ты можешь в этом поклясться на кресте нашего Спасителя. Хорошо. Я верю тебе. Пойдем же скорей. Дитя мое. Ты здесь. Ты здесь. Вот и прекрасно. Я так и смучился, ожидая тебя. Господи! Господи!
вашего сиятельства. Живо. Давай, холопское семя. Его сиятельство требует. Если б не его сиятельство, я б тебе хребтину перешиб. Да и надо бы перешибить, сучий выродок. В рущук побег. Должен был все пройти, что тебе от меня было сказано, Аркаш. Оно за то, что ты был мой фаворит, теперь тебе от меня будет милость. Я пошлю тебя без отчетов солдаты сдать. Но за то, что ты брата моего, графа и дворянина, с его пистолетами, не испугался? Я тебе путь чести открою. Я не хочу, чтобы ты был ниже того, как сам себя с благородным духом поставил. Я пошлю письмо, чтобы тебя сразу же на войну послали. Но служить ты будешь не простым солдатом, а в полковых сержантах. Покажи свою храбрость, и уж тогда над тобой не моя будет воля, а царская. Ступай. Да.
Вымокло-то, вымокло-то все как. Ну, разве можно? Теточка, я Аркашу видела. Что, не спит, горе? Не спит. Так нельзя. Ты уж лучше спи. Или плачь, по крайности. Чтобы из сердца исток был. Не могу, теточка. У меня сердце как уголь горит, а истоку нет. Так нельзя. Ты уж лучше плачь. Я, милая, тоже другую жизнь видела. Не весь свой век эту пестрить носила. Тебе скажу, не сокрушайся, что в ссыл на скотный двор попала. На ссылу лучше. Только вот этого ужасного плакона берегись. Что это? Это и есть ужасный плакон. А в нем яд для забвения. Дай мне забвенного яда. Не дам, и так забудешь. Я с собой раз не совладала, выпила. Добрые люди дали. А теперь не могу. Надо мне это. Очень больно мне. А у тебя еще есть в свете утешение. Его Господь от тиранства избавил. Ему теперь легче. И бояться нечего. Одним теперь одна уж власть, что пасть в сражении. Не господское тиранство. Аркадий Ильич!
Ты не плачь, не плачь. Это грех. Теленок что же? Он божья тварь, душа бессловесная. У него разума нет. Он боли не знает. Не как холопская невеста. Ну, разум пришла. Почему не доложили? Оставь ее, храпушка. Оставь, ну не в себе она. Держи его, держи! Тетя! Держи его! Держи! Держи его! Держи его, держи! Держу его! Держу, Ферапонт Кузьмич! Сейчас мы по его с пушечки стрельнем! Вот-вот, бес в ней, как я и полагал, сударушке. Называемый Рабин Батька. Обселяется он от горя несчастья. И есть это наизлющий бес. Так что выгнать его мудрено. Бес ты это. Вот робу прячется. Однако можно все же выгнать-то. Хитрый. Бешен, Рабин Батька. А вот хорошо бы после баньки напоить травкой. Травка такая есть. Землян уголь, чернобыл. Чернобыл. Хорошо, хорошо. Землян. Землян уголь, чернобыл. Чернобыл Рабин Батьку хорошо гонит. Только где ж ее взять-то нынче? Чернобыл под Иваном день рев в лесу собирать надо. Здравствуй, Роха. Здравия желаю, ваше благородие. Да ты разве не признаешь меня? Голубчик Прох, мне нужна комната, и прикажи чай, я устал с дороги. Слушай.
Только чаю нет. Весь вышел, когда эти купцы чаевничали. Ну, прикажи послать в лавку. Слушаю. Вот, тебе на все тут хватит. Странно, однако, что ты не узнал меня. Я графский Аркадий, тупейный художник. Помнишь, я искал ямщика, там уж года три будет. Не могу знать, ваше благородие. Память отшибла. Видишь ты, как графские людышки рубанули меня, а вытекла память. Да, я помню, все помню. Бедняк Прохор. Так прикажи чай, еще беру бумаги и чернил. И поскорее, у меня неотложное дело. Слушаю. Служил я государю и проливал кровь свою не однажды. И вышел мне за то офицерский чин и звание благородное. Теперь я приехал на свободе в отпуск для излечения ран и остановился на Пушкарской слободе, на постоялом дворе у дворника. У дворника. А завтра ордена и кресты надену и к графу явлюсь и принесу все свои деньги, 500 рублей, и буду просить мне тебя выкупить. И в надежде, что обвенчаемся пред престолом Всевышнего Создателя. А какое вы над собой бедствие видели и чему подвергались, то я за страдание ваше, а не во грех, и за слабость поставлю и представлю то Богу. А к вам одно мое уважение чувствую. Аркадий Ильин. Аркадий Ильин! Аркаша нынче графа не под власть. Он болярин царской милости. Его бить нельзя. Нельзя, как станет? Не станет, милая, не станет. Господи, милая, Боже, беденка. Мы уедем, теточка. Уедем, милая, уедем. Мы уедем и тебя возьмем с собой. Будем вместе жить. Господи, мы в Ольмирущук уедем. Уедем, милые, уедем. Теточка. Теточка.
А как граф от денег откажется? Не откажется, милая. 500 рублей деньги большие. А как откажет? Теточка, а как откажет? А коли откажет, его Аркаша на дуэль вызовет. Батюшка, про что это люди бегут, да так любопытно разговаривают? Это все бегут смотреть, как в Пушкарской слободе ночью дворника офицера во сне зарезал. Совсем, говорят, горло перехватил и 500 рублей денег с того снял. Поймали дворника-то. Тот весь в крови, и деньги при нем, дураке. Вот все и бегут смотреть, как в Пушкарской слободе ночью дворник офицера во сне зарезал. Совсем, говорят, горло перехватил. И 500 рублей с того денег снял. Куда идешь-то? На богомолье? Аль в гости? Иду я, люди добрые, вольный рущук, что на реке Дунай. Сказывали, в этой стороне вольный рущук лежит. Эх ты, блаженная! Басню все это. Холопы крепостные выдумали. Нету рущука никакого. Вот хоть у Ерошки спроси. Он всю Россию до самого моря обходил. Ясно, нету рущук. Воль. Видишь ты. Обманули тебя, православная. Нет, неверный человек сказал. В вольном рущуке небо синее.
дома белые. А зимы там и вовсе нет. А вольные крестьяне на быках землю пашут.